приехали в отель среди ночи. Нам тут выдали чей-то ланчбокс, чтобы мы с голоду не умерли. Стандартный египетский ланчбокс. Сладкие булочки, бутерики с колбасой, с сыром, бананы, яблоко, сок, вода. Наконец-то мы получили наш номер в отеле Клеопатра Лакшери. Поехали на такой шикарной машине. Электромобиль Тесла. Наконец-то получили наш номер. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы вам покажем отель Клеопатра Лакшери Резорт. Отель находится недалеко от Хургады в Макади Бэй. Отель на самом деле старожил египетский, но не очень заскучен на российском рынке. Нам было очень любопытно в нем побывать, и мы здесь покажем его вам. Отель большой, и поэтому смотрите. Есть такие машинки, на которых возят туристов по отелю. На ней тоже ехали. Сейчас мы с вами зайдем на ресепшн. Так, это ресепшн отеля. Как все любят, люстра. Security. Это стойка ресепшн, где туристы регистрируются, где они получают номера, решают все свои вопросы. Hello. Здравствуйте. Да, спасибо, все хорошо. Достаточно много персонала говорят вполне сносно на русском языке. Есть такая библиотека, но книжки все иностранные. Стойка guest relation. Время работы с 9:30 до 17. Еще пока рано, guest relation нет. Это место для отдыха. Внизу, прямо по лестнице, расположен ресторан, в котором проходят завтраки, обеды и ужины. Мы их вам покажем отдельно. Да. Это главный лобби-бар, который работает 24 часа в сутки. Также здесь в зоне лобби есть еще один бар с развлечениями. Дальше видим. Работает он только вечером, после ужина. Народ играет в теннис, бильярд, выпивает. Сегодня начался чемпионат мира по футболу, и бар украсили флагами стран, которые участвуют. На входе в бар поставили вот такие таблички. Здесь есть расписание, когда какие страны играют, и вот результаты игр. И здесь же возле этого бара расположен один из двух а-ля-карт ресторанов этого отеля. Есть бильярдные столы, есть дартс,
теннисные столы, спецразвлечения на вечер. Также в зоне лобби расположена кофейня с кальянами. Заперено? Ну такая кондитерская, как бы я сказала, грустненько. Мороженое. Кальянная, и кальянная работает. Все-таки коронавирус кончился в Египте. На выходе из ресепшена тоже зона отдыха расположена. Есть грелки, потому что отель достаточно ветреный месте находится, вечером прохладно. Слева ресторан, открытая терраса. Его. Посмотри. Справа стена с декоративным водопадом красивым. Вечером подсвечиваются деревья, подсвечивается сам водопад. Обратите внимание, как красиво оформлен отель. Очень зеленые, подстриженные деревья, кусты. Сейчас мы с вами пойдем в самую населенную часть отеля. Как нам показалось, что здесь отдыхает большинство туристов. И мы в том числе. Такие небольшие двухэтажные корпуса. Номера категории, по всей видимости, Full View и Sea View находятся здесь. Релакс-бассейн, точка выдачи полотенец. По территории отеля разбросаны вот такие вот ракушки для отдыха. Расставлены. Размещение у них платное, 5 евро в день. Вот видите, там еще несколько стоит. Есть также вот такие кабаны. Их очень мало, но они зато бесплатные. И почти всегда они все заняты. Если хотите в них отдыхать, надо, наверное, утром пораньше приходить и занимать место. Еще один большой бассейн. Также холодный. Но люди в нем купаются. Такая красивая арочка, проход к семейному бассейну. Это единственный бассейн, который в отеле греется. Обратите внимание, еще утро, 9 часов, по-прежнему есть свободные лежаки, которые можно занять. Сейчас мы померяем воду. Тоже контролируют температуру воды в бассейне. 25, я вижу, 26 градусники, 27. Теплый. Да, почти 28 уже. Да, что намерил Женя, посмотрим. Ну, и наш градусник уточка намерил тоже 28 градусов, так что соответствует действительности. В этом бассейне проводятся спортивные активности, водная гимнастика. Также точка выдачи полотенец здесь. Сегодня наконец-то искупались в теплом бассейне. Показывает, ну да, 28 градусов по-прежнему.
Хочу сказать, что последние 32 Форт Яробецкий в прошлом году здесь ощущение гораздо менее комфортное. Вылезать из него холодно. Информация на Байрон. Воздух 27, бассейн 28, море 23. Вот здесь расположены номера категории Pool View, Sea View. В одном из номеров живем мы. Видеообзор мы вам покажем. Вот посерединке, на втором этаже. Справа расположен бассейновый бар и ресторан. Здесь проводится поздний завтрак, обед в виде снеков, а вечером здесь рыбный а-ля-карт ресторан. Завтра мы сюда пойдем. Вот, собственно говоря, впереди у нас море. Еще одна особенность этого отеля, то, что в нем нет захода с берега моря. Есть свой пирс. На пляже тоже достаточно количество лежаков. Стоят загородки от ветра. Мини-спа с рыбками. Центр водных видов спорта. Дайвинг, кайтинг и прочее. Вот впереди такие лодочки, мы думаем, что их тоже дают на прокат покататься тем, кто умеет, либо с инструктором. На пляже проводится футбол, волейбол. Боча. Да, и боча. Еще раз бар пляжный. Пляж большой, песчаный, с мелким песком. Каждый вечер его, как сказать... Приглаживают, причесывают, чистят. Эти все развлечения, естественно, тут дополнительный уклад. Это помещение, где проводятся зарядка, йога, прочие спортивные мероприятия. Даже степ, видите, стоит. Да, тут что-то типа кёрлинга. Ну, в общем... Мы не знаем, что это вид спорта. Я не знаю, что это за игра. На самом пляже баров нет совсем. Есть только расположены на территории возле бассейна два бара. Один из них, который совмещен с рестораном. Много посадочных мест, никогда нет проблем найти столик свободный. Как я уже говорила, здесь же проводятся вечером ужины по системе а-ля-карт. Доброе утро. Хорошо. Супер. Сейчас время 9:30 утра. Бар, по всей видимости, работает с 10, сейчас пока закрыт. Мне рассказали вам, что в халфвей-баре наливают пиво Стелла из банок. А во втором баре наливают пиво разливное Стек Сакура. Сейчас мы вам покажем еще одну часть отеля, расположенная с другой стороны от ресепшн. Я не знаю, как исторически все это дело строилось, но с этой стороны очень много корпусов, но нет никакой инфраструктуры вообще. Нет ни бассейнов, ни баров, ни ресторанов, ничего. То есть это только точка для проживания. Логика мне не очень понятна, но как есть, так есть. Быстренько бежим. Вон там вдалеке ресепшн. Хотела еще обратить внимание, посмотрите на карту. Прорисованы дорожки для бега с разными расстояниями. Очень много бегунов, которые бегают утром, днем и вечером. Впереди у нас детский клуб.
с детской площадкой. Да, вот это указатели, куда бежать. Детская площадка, детский клуб. Хотела бы еще отметить, что детей в отеле очень мало. Их почти не видно и не слышно. Хотя отель не позиционирует себя как отель для взрослых. Отдыхать. Если вы без детей комфортно, если с детьми, то детям, наверное, будет скучно. Вечером проводится мини-диско. Расписание работы мини-клубов. Есть специальные маленькие бассейнчики. Один под навесом для ребятишек. Детская площадка. Качели, карусели. Ну, карусели я загнула, конечно. Но, если честно, я не увидела, чтобы с детьми в течение дня занимались аниматоры. Ну, на эту площадку приходят просто родители и сами своих детей развлекают. Справа расположен амфитеатр и дискотека. В дальнем плане конференц-зал и спа-центр. Вот видите, люди идут из тех корпусов. То есть там кто-то там и живет все-таки. Территория красивая, ухоженная, но, как я уже говорила, инфраструктуры нет никакой, абсолютно. Только жилые корпуса. И их прям много. Сейчас попробуем снять вид сверху. Вот смотрите, это все жилые, впереди виллы. И дальше пошли жилые корпуса, по всей видимости, категории Land View. Без вида на бассейн, без вида на море. Это первый ряд, вот там дальше еще один ряд корпусов. Ну, то есть достаточно их много. И как показало утреннее время, здесь люди живут и немало. Впереди корпус отдельный для... Корпус отдельный только для взрослых. Вилла, кстати, тоже люди живут. Видели, да? Но опять же, бассейны все далеко, и дальние далеко. Не знаю, насколько. Ну, наверняка какие-нибудь шикарные большие номера. Сидеть на двоих? Ну, двухэтажный, думаю, да, что они, может быть, даже 4 номера ввели. Но это не точно, я не знаю. Если узнаю, то подпишу видео. Такое ощущение, что вообще один номер, блин. Номеров-то один, посмотрите. Ну, это очень тогда большое помещение. Если это один номер. Давай снимем. Больше перетирает. То есть в этой вилле 4 номера. 2 номера стандарт на первом и на втором этаже. И 2 номера фэмили. В номере фэмили 2 комнаты, гостиная. Итак, сейчас перед нами корпус отеля. Предназначен только для взрослых. Мы по всей видимости снимем его только снаружи. Не пойдем, да, вовнутрь?
В этом корпусе есть отдельный свой ресепшн. Да нет, ну можем, наверное, зайти, конечно. Кто нас не выгонит. Вот такой небольшой свой ресепшн. Есть небольшой бассейн. Бассейн субъективно не греется. Мерить не буду, чтобы людей не напрягать. Также у этой части отеля есть свой бар, свой отдельный ресторан. Небольшой кусочек пляжа специально для этой части отеля. Но я думаю, что размещаться, в принципе, можно в любой части пляжа. Мы здесь видели людей с браслетами из нашего корпуса. И вот впереди у нас пирс, с которого можно заходить, чтобы плавать в море. Также там стоят на краю яхты, с которых проводятся экскурсии. Ну вот, собственно, этот корпус. Только для взрослых. Тоже есть разные категории номеров. Есть Sea View, есть Land View. Ресторан называется Waterfront. С видом на море. Вечером готовят гриль. Ну вот мы обошли весь отель. Отель очень большой, красивый. И впереди большое помещение, конференц-центр с несколькими залами. Далее прямо по курсу спортивный центр с тренажерным залом. Попробуем в него заглянуть. И немного левее спа-центр. Все услуги спа-центра за дополнительную плату. Как в принципе практически во всех отелях Египта. Далее теннисный корт и игровые зоны. Вчера к нам подходила одна туристка и произнесла фразу, что этот отель позиционируется как фитнес-отель. Да, здесь есть дорожка для бега, здесь есть фитнес-зал, здесь есть кофты, но, может быть, это имеет место быть правдой. Итак, слева, насколько я понимаю, это площадка для волейбола и какого-то, наверное, футбола, потому что стоят ворота. Мини-футбола. Справа теннисные корты. Сейчас я впереди вижу как минимум 4 штуки. Далеко заходить не будем же. Люди играют. Есть возможность подсветки вечером, подсветка за дополнительной платой.
скорее всего, стрелковый тир. Никто нас ни разу на такие мероприятия не приглашал за 5 дней, за 6 дней отдыха в отеле. Не знаю, проводятся они или нет. Да, эти штуки зеленые, как будто бы для оружия, да? Ну или для арбалетов. Луков, конечно. Впереди еще 2 теннисных корта. Со зрительными местами. Тоже есть возможность подсветки. Все, это уже за территорией отеля. Различные обслуживающие системы. Возле каждой спортивной локации есть небольшой домик, в котором находится пункт проката. Вы можете взять за дополнительную плату оборудование и заниматься спортивными мероприятиями. Вот смотри, луки, стрелы и луки, стрелы. Прайс, пожалуйста. Еще какой-то корт, не корт. Сейчас заглянем внутрь, посмотрим. Это похоже на летнюю дискотеку. Да, возможно, летом дискотека проводится не в подвале, а в этом помещении, чтобы было более комфортно туристам. Колонки, вентиляторы. Вот впереди корты, и вот рядом прокат ракеток и прочего теннисного снаряжения. Доброе утро. Доброе утро. Это спа-салон. Добро пожаловать в Крепатра спа. Релакс-зона? Да. Это джакузи? Джакузи с подогревом. Одно джакузи? Одно. У нас есть еще гидромассаж, но это в другое место. Что нас оформляет? Зона хамама. И есть бассейн на открытом воздухе. Теплый бассейн? Полов. Будете строить подогрев? Да. Здесь массаж, да? 12 массажных комнат. Да. Гидромассаж. Тайский массаж. Гидромассаж. Я сейчас вам покажу. Это тоже массаж, да? Это массаж с водой, вибрация. Это для похудения. Просто водоросли. Обертывание. А будет обертывание водоросли, а потом здесь потом лежишь. Лежит, и все будет массажировать по холодной спине. Гидромассаж, да? Гидромассаж всего тела, все тела. Ванна для гидромассажа, да, всего тела. Для 2 человек. Да. Натуральные травы и молоко. Гидромассаж с ароматическими маслами очень эффективный для дыхания и расслабления. У вас очень большой и хороший спа-центр. У нас около 2000 квадратных метров. А можно сюда, например, с другого отеля приехать? Можно прийти из других отелей, очень профессиональным массажистом. Спасибо большое. Накопились наконец-то мы в Guest Relation, русскоговорящей Дельфины в отеле Клеопатра Лакшери. Задали последние оставшиеся нам вопросы. По ее словам,
Отель заполнен более чем на 90%. То есть вся та часть отеля, где нам показалась нет инфраструктуры, там все-таки живут везде люди. Золотые браслеты. Это браслеты действительно репитовские. Выдают их 3-го раза. Нам выдали вот такую книгу, где написано, какие преимущества они приносят. По национальному содержанию туристов 80% немцы, прям немцы, 10% другие европейцы и далее, ну, все остальные туристы. Летом, говорит, бывает много арабов, но не всегда. Бывает аж до 40%, но только летом. Зимой, как вы понимаете, отель все-таки он не популярный для туристов, потому что здесь ветра недостаточно. Еще спросили про корпус только для взрослых. Проживающие в этом корпусе, у них серебряные браслеты, у них есть свой ресторан, свой бар, свой бассейн, но они могут пользоваться всей инфраструктурой остальной части отеля, то есть ресторанами, барами и прочим. Из другой части отеля туда пойти нельзя, ну, можно при наличии свободного места за дополнительную плату. Да, и спросила, где лучше кормят, по-честному. Говорит, что в нашем ресторане в основном кормят лучше, что туристы из взрослого корпуса ходят и есть в наш. 20 ноября в отель случился большой заезд, много семей с детьми, много инвалидов. И вот сейчас 10 часов утра, уже все лежаки на пляже практически заняты. Хотя несколько дней назад вам показывали, что пляж полупустой. Обратите внимание, что никто вообще не купается. А причина лишь в том, что захода к берегу в море в отеле Клеопатра нет от слова совсем. Можно зайти только с пирса. Есть отдельно выделенная зона для кайтеров, серферов. А здесь везде повсеместно коралловая плита. Доброе утро, уважаемые зрители. Подходит к концу, точнее сказать, начался наш последний день в отеле Клеопатра Лакшери Резорт. Что хотелось бы сказать по прошествии 6 дней. На самом деле отель вызывает неоднозначные впечатления. Говоря языком передачи «Чудо техники» на канале НТВ, я бы сказал про отель: это не чудо. Естественно, это сугубо мое субъективное мнение, но на данный момент оно звучит так. Почему как-то странно построен отель? Может быть, для кого-то это будет и плюсом. В отеле есть, пол отеля занимает спальный район, в котором нет никакой инфраструктуры от слова совсем. Ни одного бассейна, ни одного бара, никаких площадок, ни игровых, ни спортивных, ничего. Вторая половина отеля, она живая, везде бассейны, но опять же, бассейны холодные. Два единственных бара, которые есть в отеле, они далеко от мест дислокации бассейнов. Можете даже обратить внимание, лежаки свободные, народу мало. Ну, вот. Как бы по еде, но очень скромно. Голодными не останетесь. Для меня осталось загадкой, почему этот отель так дорого стоит. Причем во все времена и даже вне сезон, как это сейчас. Кстати, нам с погодой очень повезло. Очень тепло. Красного флага на пирсах не было ни разу. Что касается персонала, к ним абсолютно никаких претензий. Работают ребята, бегают, обслуживают. В номерах уборка шикарная, по мне так, как для Египта. Бакшиш не выпрашивают. Все замечательно с персоналом в этом отеле. Мои впечатления от отеля. К сожалению, я думаю, что у меня были переоцененные ожидания, которые не оправдались.
счастью, я уже взрослая девочка и умею свои эмоции держать в руках. Поэтому отдохнули мы, в принципе, очень хорошо. Конечно, у отеля есть свои достоинства, немножко больше, наверное, недостатков. Непродуманная инфраструктура не понравилась. Не понравилось питание при той стоимости, которую мы заплатили. Считаю, что в соседней стеле ничуть не хуже, стоит она не сезон, значительно дешевле. Понравился персонал, весь приветливый, услужливый, было с ними комфортно отдыхать. Плохо отдохнуть.